Озвучено специально для Green Tea TV. Еще 10, 15, 20 лет назад детей обычно били в наказание. И моя мама не исключение. Она меня била, чем придется. Нынче корейские мамочки все больше окружают детишек любовью. Они буквально топят их в любви. Мой прекрасный малыш, я тебя люблю, люблю, люблю. Но я подумал, что интересно было бы вам показать несколько очень корейских наказаний. Их практиковали раньше. Сейчас вы, скорее всего, не увидите их в применении. Но они все еще очень-очень корейские. Это наказание моя мама просто обожала. Подними руки! За ними нужен глаз да глаз. Я сказала, подними руки! А если она замечала, что я сачкую, она заставляла меня еще что-нибудь держать. Ты ведь знаешь, в чем ты провинился? Следующим образом меня часто наказывали мои корейские учителя. Но мой секрет был в том, что на самом деле мне это нравилось. Это наказание было очень популярно среди учителей. Я старался отдохнуть, когда они отворачивались. Но потом всегда случалось это. Эй! Делай как следует. Как я уже говорил, эти методы уже устарели, поэтому вы, скорее всего, не увидите, чтобы учителя или родители к ним прибегали, но они очень-очень корейские. Какие наказания используют в вашей стране? Напишите в комментарии или ответьте на видео. Мама, я люблю тебя. Мам, я тебя люблю. Озвучено специально для Green Tea TV.